Новый авиарейс свяжет Билибино и Анадырь. Его запускают по поручению губернатора Романа Копина Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа совместно с Чукотавиа. Это позволит пассажирам Билибинского района летать в Москву через столицу Чукотки, рассказывает Владимир Никитченко. Новый маршрут. В июне жители Билибино смогут летать в Москву через Анадырь. Авиаперелеты по новому направлению будет совершать самолет Ан-26. Это позволит доставлять около 40 пассажиров из Кипервейма ко вторничному рейсу авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Анадырь-Москва. План, значит, следующий. В понедельник вечером самолет будет уходить туда. 7 числа он будет загружать людей, везти сюда под стыковку, под московский борт Аэрофлота, привозит людей. Здесь остаются дежурить, то есть те люди, которые в Кипервейм прилетают с Москвы, он их забирает и улетает на Кипервейм. То есть вот такой вот процесс. То есть, ну, в принципе, где-то 35-40 человек дополнительно перевозить, почему бы нет. Стыковочный рейс будет выполняться один раз в неделю. Однако в правительстве говорят, если направление будет пользоваться спросом, количество полетов будет увеличено. Кроме того, рассматривается возможность регулярной доставки этим же рейсом коммерческих грузов, например, продуктов питания. Сейчас рейс из Кипервейма до Магадана обходится в 35 тысяч рублей, еще 20 до Москвы. Причем вылететь из транзитного аэропорта в столицу страны пассажиры могут только на следующий день. А новое направление позволит жителям округа выбирать наиболее оптимальный вариант. Здесь мы будем стараться обеспечить взаимодействие так, что человек прилетел, сел на борт и улетел. То есть и плюс ко всему, если в ценовом аспекте разговаривать, то цена Кипервейм Анадырь 15 тысяч плюс 20 тысяч здесь, то есть за 35 тысяч человек долетает до той же Москвы, да, минуя там и ночевки, и все вот это дело. В настоящий момент Чукотавиа меняет расписание. Билеты по новому направлению появятся в ближайшее время. Их можно будет приобрести в кассах Чукотавиа и АТА Чукотки. Стоимость билета в один конец составит 15 тысяч рублей. Владимир Никитченко, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.